прозрачной ситуации и полное подтверждение итогов той работы, которую мы сегодня проведем. Хорошо. Поэтому жителей прошу тоже, как бы, либо вы участвуете в комиссии, либо вы не участвуете, не препятствовать ни в чем, и все обсуждения после. Было принято решение пересчитать все спиленные деревья и проверить, соответствует ли их количество порубочному билету. Кроме того, с начала недели на месте работают геодезисты, которые проводят замеры и определяют границы строительного участка. Выписки администрации Ленинского района заказала, они будут готовы к понедельнику. И с кадастровым инженером от ГУП БТИ мы выйдем и проверим фактически вот по местоположению земельного участка. Помимо ситуации с вырубкой, жители попросили оформить должным образом строительный объект, установить забор и информационный стенд. Я тут жителей поддерживаю 100%, потому что здесь уже можно сказать, что вот эти нарушения выявлены. То есть нет стенда, который информирует о том, кто проводит работы, в каких границах проводятся работы. Но, по моим сведениям, никаких не было собраний. То есть жители деревни не собирали по этому вопросу. Уже на эти замечания указано застройщику. На месте присутствовал представитель компании «Гранель». Он выслушал претензии и пообещал учесть все пожелания, а также устранить недочеты. Сейчас происходит недопонимание у жильцов, в границах ли мы работаем и выполняем правомерную вырубку деревьев, о чем сейчас собралась комиссия. До понедельника, до 10 часов, когда приедут все специалисты для определения всех этих мероприятий, мы все работы здесь на данный момент приостанавливаем. Ситуация находится на контроле у администрации Ленинского района. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.